Ну что, камера мотор, поехали, свет горит, камера пишет, микрофон работает. Очень рад вас видеть на моем канале. Если вы в первый раз смотрите мои выпуски, то меня зовут Руслан Сикмашвили, я работаю врачом в сборной команде России по санному спорту. И на моем канале вы можете видеть выпуски про санный спорт, про путешествия, про технику, на которую я снимаю. Делаю некоторые обзоры своей техники, ну и рассказываю иногда про свою жизнь. Я давно не выходил и давно не делал выпуски по понятным причинам. Дело в том, что вот-вот недавно закончилась Олимпиада, и буквально 24 февраля наша жизнь очень сильно поменялась. Поменялась она не только у нас, поменялась она во всем мире, и это больно. Это действительно тяжело, это шок, это ощущение сна, что происходит все не с нами, что все вот-вот закончится, в какой-то момент я проснусь и все будет как прежде. Я жил с такими мыслями до определенного момента, но потом понял, что нельзя поставить жизнь на паузу. Невозможно это сделать. Нельзя просто где-то отсидеться, переждать, сказать, что сейчас все пройдет и все наладится, и постоянно ждать. Поэтому, наверное, главное правило жизни: если ты живой, ты должен жить. Не проживать ее, а жить полноценно. Максимально стараться делать все, что от тебя зависит. Поэтому я решил возобновить свою деятельность на YouTube-канале. Опять же, в свете последних событий вы сами в курсе, что многие социальные площадки сейчас блокируются. Заблокирован Facebook, заблокирован Instagram. Уже говорят о том, что и YouTube на подходе. Но так или иначе, мне хочется продолжать делать свое дело. Мне хочется с вами общаться, мне хочется делиться какими-то рассуждениями, каким-то контентом, связанным с теми темами, о которых я уже говорил выше. И чтобы не потеряться, я оставляю ссылки на другие ресурсы. Это будет страница ВКонтакте, это будет RootTube и это будет Яндекс.Дзен, а также мой телеграм-канал. Все ссылки будут в описании, поэтому обязательно подписывайтесь, давайте не теряться, и будем продолжать наше с вами общение. Я выражаю вам огромную благодарность, я говорю вам огромное спасибо за то, что за прошедший месяц на моем YouTube-канале количество подписчиков выросло до 400 с лишним человек. Это огроменный для меня скачок, это большой-большой стимул делать для вас контент. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Сегодня расскажу вам про Олимпийские игры. Все, что не было выпущено в предыдущих выпусках про Олимпиаду, сегодня в этом выпуске. Приятного просмотра и погнали! На выход булочки размять. Вот наши волонтеры. Класс.
По стечению обстоятельств мне достался вот такой красивый значок. Mm-hmm. Очень красивый. Блестит. Да. Вроде да. Yeah. Катя, куда мы все идем? Со всеми, куда поток идет, как в метро. Так и Саша, куда мы идем? Мы идем в место для ожидания церемонии. Мы идем. У нас небольшая пауза, собрали все команды, всех представителей. Мы немножко покушали, ну а тут у нас дают небольшое интервью, рассказывают друг с другом. А у вас камера интересная. Да, у меня такая портативная маленькая камера, которая может снимать и показывать практически все и всех. Главное, есть еда, друзья. Главное, это главное. Так, расскажите, почему мы находимся здесь, что происходит? Ну, мы ждем приглашения на парад спортсменов. И я на самом деле очень рада, что мы это делаем именно здесь. Здесь есть сиденье, здесь есть еда, здесь тепло. Потому что если бы мы ждали на улице пару часов, было бы очень холодно, и мы бы очень уставшие были. А так общаемся. Комфортно, да? Очень комфортно. В масках. Так, это там моя команда сидит. А вас как зовут? Меня зовут Анастасия. Анастасия. Вы, я так понял, Big Air представляете? Big Air и Slopestyle, да. А, фристайл федерация. Да, фристайл. Я работал с вами. Да, только со скикроссом. Со скикроссом. Да. Не застала вас. Я знаю, Сережу Ридзика вместе работали с Катей Рыжей. Я тоже забыла фамилию, так что не переживайте. И Игорь Амелин. Игорь Амелин, да. Да. Виктор Хорошилов тогда еще был тренером. Да, помню. Так что вот. А вы сейчас работаете с Ангелем? Вот, с Санями работаю. Вы как пресс-таше? Как врач. Вы для себя снимаете? Да, у меня влог, я веду. Вот про санный спорт рассказываю про свои путешествия. Ну, частично про фристайл, да. Я желаю вам удачи. На прошлой Олимпиаде фристайл принес несколько медалей, между прочим. Все верно. Могли принести еще больше. Да, поэтому... Поэтому надеемся на эту Олимпиаду. Большие перспективы на вас, да, мы имеем. Да, конечно. Да. Что-то происходит. Мы общаемся. Слушай. Поэтому Амиго, да? Это, конечно. Это чисто женская ревность уже, ладно, пошла. К ней, если только. Давайте узнаем, сколько лет Кате Катниковой. Серьезно, 28? Ты не в 7 без месяца. 28. Ужас! Что такое? Есть какие-то... Нет, ты выглядишь моложе. Да, я знаю, я поэтому не парюсь, потому что это еще, знаешь, что за спорт. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько Катя выглядит. Нет, по честному, у меня очень много седых волос, очень много. Их не было в 20 лет, в 21 как поперло вообще. Санный спорт круто, все приходим в санный спорт. Дома хотел приехать, но получается у нас квартир на полу. Натуральный блонд будет. Я умею снимать вовремя, вот Катя жует колбасу вовсю. А я думал, ты вегетарианка, нет? Это по утрам. Нет, давайте не будем затревать. Некоторые, правда, очень серьезно относятся к мясу, но вкусно, что поделать. Бигер, это большой вот. Нифига себе, устроили праздник без нас. Ребят, почувствуйте масштаб того, что происходит. Какой огромный стадион, просто огроменный. Он не вписывается в рамки камеры, несмотря на то, что она широкоугольная. И вот сколько спортсменов, тренеров, официальных лиц и сколько нас, роков. Вы в Ракке? Так, я показываю. Что, приближаемся, ребята, вот оно, самое классное. Что, вот и мы здесь, на празднике спорта. Зимняя Олимпиада 24-я в Пекине открыта. Ура! Ура,
Молодцы, я Ванька. Попал ты попал в кадр? Где? По крайней мере, все. С любовью, с открытыми эмоциями, с дружелюбностью, с гостеприимством, со всем самым прекрасным, что может показать мир спорта, мир большого спорта. И это, конечно, очень шикарно, когда ты можешь представлять свою страну, можешь представлять Национальный олимпийский комитет, можешь представлять свой спорт, выступать за... Юра, ну какие чувства, Юр, тебе нравится? Обалденно вообще, просто шедевр. Катя, тебе нравится? Мне очень нравится, это огромный праздник, блин, я вообще счастлива. Какие ощущения у тебя, эмоции, кроме вот этого праздника? Что хочется запомнить? Я не знаю, я просто очень горда, что здесь все. Прям, блин, это так круто! Класс, на самом деле, да, это очень круто, это очень классно. Идем рассаживаться на трибуну. Сиреныч, какие ощущения испытали на выходе нашей команды? Ощущения наполненности, потому что воздух становится густым, пропитывается эфиром, ты чувствуешь, что на тебя смотрит очень-очень большая аудитория. 2 миллиарда примерно. Это заряжает нас на борьбу на ближайшие 7 дней. Мы все это реализуем. Впечатления у нас останутся еще на 4 года работы. Это точно. Это непередаваемо. И здесь очень уютно. Ну и с погодой повезло, да? Не очень холодно. Нет, здесь прям реально очень-очень уютно. Потому что, допустим, если прошлое открытие вспомнить, все-таки оно холодное было. А здесь просто и антураж, и свет, как бы декорации, все очень какое-то теплое такое. Yeah.
Стадиону, бай-бай, thank you, бай-бай. Да, на закрытие мы сюда не попадем уже точно, поэтому слава богу, что побыли на открытии, да? Абсолютно верно. Ух ты, все, закончили. Привет, Саба. Привет, привет. Как настроение? Шикарно. Шикарно. Ты доволен? Конечно. Всегда. Италия с медалью, Доминик с медалью. Посмотрите на его эмоции. Доминик! Офигеть, вот это эмоции, вот это круто, ребята. Как минимум. Сделай мне фотку потом, Руслан. Ты обязательно, ты пока можешь оставить комментарий, рассказать про свои ощущения от Олимпиады. Ощущения только положительные. Эмоции не описать, не передать даже словами. Атмосфера крутая очень. Кайф. Отличается эта атмосфера от чемпионата мира? Конечно, во многом. Во всем. Ты доволен, что все закончилось? Честно, да. Это классное ощущение и нереальный стресс. Очень нереальный стресс. За эти два дня испытать такое, это очень жестко. Проиграл. Саба, ну что, закончились твои Олимпийские игры. Какие твои ощущения, впечатления? Я очень рад. Больше нету слов даже. Кому ты звонишь? Своим родным? Не, он там сидит, грузин. Ага. Оттуда звонит. Здесь Китая, грузины. Ага. Нас тут много. Давай, красавчик. Ну что, и вот, олимпийский чемпион Пекина. Красавец! Да. Такие моменты, ребята, проживаем с вами вместе. Насколько же это трогательно и приятно. Золотая медаль Пекина. Заслуженно, достойно. Абсолютно. Он весь сезон лидировал. Весь сезон. Так, с Катей сейчас прогуляемся высоко в горы, посмотрим на Китай сверху. У-у-у, страшно!
страшно обратно. Прямо над деревней Олимпийской находимся, поднимаемся. Вот здесь видна парковка, пробежали кольца, флаги вон там впереди. И мы, кстати, наверху, да, практически живем? Или выше нас вот этот шестой корпус? Нет, вот мы за пятым поляки, домом туда. За поляками. Поляки, да, выше. Угу. Поляки и вот этот крайний шестой дом. А, здесь еще вон асфальтированная дорожка в гору идет. Там огромные виды, огромные постройки, грандиозные сооружения. Наверху? Да. Типа кафешек? Очень много склонов. О, нифига себе, здесь же трасса идет. Да, вон здесь, она. Мы едем сейчас на горнолыжке. Офигеть, видите, снег, искусственный снег. Ну что, мы все выше и выше, и тут панорамка-то открывается. Ого-го, какая красивая. Сейчас справа там будет, по-моему, скоростной, Таня говорила, и под него серпантин огромный. А по идее это получается, мы же вот можем... Вот. Ребят, смотрите, какая тут красота. Это, ну, как это назвать, это средняя база получается? Наверное. Промежуточный центр. Да, там, там трассы финиш, горнолыжные, думаю, и катаются. Ну вот, горнолыжные эти склоны. Тут вот есть, тут просто каждый склон под что-то свое. И вот здесь приходится финиш на какой-то из видов. Я просто очень плохо разбираюсь в этих секундных съемках. Офигеть, посмотри, сколько телевидения приехало. Да. Сколько всяких кабинок, это специально под журналистов, наверное, телевидение. Весь блок такой мощный. Расскажите, пожалуйста, чем вы в Китае тут занимаетесь? Помогаем. Подготавливаем Олимпийские игры. Ага, это получается горные трассы вы готовите? Да, горнолыжи. Горнолыжи, да. Горные лыжи тоже делятся там на разные дисциплины? Разные виды дисциплины есть, да. Скоростной спуск, супер-гигант, гигант и слалом. Здесь вот скоростные дисциплины, мы там работаем. Технический финиш, вон он, вот там. Ага. О-о-о. Класс, красиво. Сейчас вот эти уже затягивают, ребята. То есть здесь подготовка вся трасс, то есть в основном россияне. Угу, круто. Ну это прям какая-то гордость, да, за то, что наши специалисты. Ну, скорее то же самое. Ценятся, ну, да, в этом направлении. Хотели китайцев использовать, но сейчас вот последние тренировки официально показали, что они не справляются. Ага. Поэтому в основном мы будем обслуживать. И сколько вас человек вот обслуживает трасс? Ну, точно не скажу. Ну, человек 80 у нас прилетело сейчас, и парни работают. И парни давно работают. С сентября тут. Ну, они третий год здесь работают. А говорят, снег здесь искусственный, да? Полностью снег. 2,5 метра накидали. Как видите, этот, гора там, вся остальная, без снега, только на склонах. Чем-то отличается искусственный от натурального снега по качеству? Для лыжников. Да. Это... более жесткие, там влаги больше, то есть трасса меньше развивается. Ага. И все участники в равных примерно условиях находятся. Это здорово. От первого до последнего номера. Сейчас вот заливку вот закончили буквально, вот этот склон вчера полностью водой пролили, он уже замерз. Сейчас уже вот сети устанавливают. Склоны проливаются водой. И, соответственно, погода. Не знаю, откуда китайцы воду берут, но воды тут, вот, считай, по 2,5 метра они на каждый склон накидали. Это вообще чудо не выпучили. С Байкала, наверное. Тут есть какие-то реки, потому что внизу русло... Не, тут ее видно, но это она так далеко. Где-то тоже должно быть озеро искусственное. Вон, видите, пушки стоят. Ну да, да. Одна такая пушка, она что-то там в минуту просто там невероятное количество воды сжирает. В секунду больше 100 литров. Офигеть. Поэтому воды тут потрачено вообще там километры. Ну, честно говоря, место не сильно приспособленное, но сделали из ничего что-то. Китайская олимпиада 100% эко-система, да? Только сколько воды они пресной убили. Ну да. А вопрос, а вот высота-то какая здесь топовая? Что-то есть высота какая-то информация? Не большая, тысячу с чем-то знаю, что да, я точно не скажу. Ну будет официальный... Ну до двух, да, получается? Ну да, да, то есть горы на самом деле небольшие. Угу. И то есть вот разрабатывали, я так понял, тоже, да, россияне все склоны. Да, ну, нет. Вот сами профиль вот этот. Профиль-то вряд ли. Нет. Технари, наверное, не русские.
Да, то, почему то, что... тут главное вот по всем вот этим работам сейчас русские? Не, а проектируют... Володя же рассказывал, что вот вы как Тумен, как они Казан вот это делали. То есть они тоже смотрели, там же все участвуют. Ну, и спортсмены, и тренера, и так далее. Спасибо. Да, это на скоростные стороны. Спасибо. Ну что, мы куда пойдем? Куда? Там кушать. Пойдем. Сюда, наверное, вертолеты прилетают. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Так, ну что, мы наверху. Чё-то мне на самом деле ушко не заложило. Ни разу. Тебе? Заложило? Сейчас нет. Чё-то... Небольшая же дорога. Ну как вам вид? Верхушки бы белые были, если бы было прям высоко. Это же не его аккредитация, или это его аккредитация? Ну, вот мне кажется, что... Это не его аккредитация. Не очень он похож на себя. Да. Вот. Он очень похож на одного финанса, но и на маски вообще не себя. Короче, я не признал канадца я. Вот. Он на меня обиделся, наверное. Но мы не сказали. Я же, ты что, я же саночник тоже. Да ладно, я говорю... Я все это время не нажимал запись. Ну и правильно делал. Я просто... Мы говорили тут всякого. Я просто репетировал, да. Значит, Владимир выразился крайне лицеприятно в адрес охраны. Сказал, что они на посту блюдят. Но я не грубил. Да, да, ты да. Ты сейчас наговоришь, поймут неправильно. Я наоборот, я наоборот говорю, что ты так, признал их работу, что они ответственно подходят. У меня сегодня хотели изъять камеру, сказали, что с камерой нельзя. Я говорю, да какая-то камера, я говорю, это вообще малышка, которой там любой любитель умеет пользоваться. Это не профессиональная техника. В итоге отпустили. Ну и ребят отпустили с ВДшки. Будешь пользоваться ВДшкой? Нет. Спортсмены будут пользоваться ВДшкой. Зачем спортсменам ВДшка? Смазывать очень интимные места. Ускользили лучше. То есть, чтобы нивелировать силу трения? Чтобы, да, сила трения, когда сокращается, была минимальной. Чтобы мозоли не было в одних определенных местах. Покажу вам сегодня окрестности. Сегодня, кстати, должен быть китайский Новый год, по идее. Они даже Новый год научились подделывать. Да. Так, что у нас видно из окна? Горы. Площадь красная видна. Горы видны из окна. Это, кстати, река какая-то. Вот это там тихо. Ну, тебе рассказывают, что это. Это наш водитель, который очень хорошо ездит. Примерно каждый день 120-130 км в час. И мы обгоняем всех черепах. Говори пока. Заносит. Кстати, эта машинка, она гибридная. А вот впереди зелененькие автобусы, это шаттлы, которые также ездят в нашей гостинице. Но мы пока пользуемся услугами автомобилей. Такая символичная вся деревня.
такая импровизированная деревня, типа лабиринта из камней. А? Ну, вечерний вид деревни, это тоже интересно. М? Да. Такая дорожка подсвеченная. У меня куртка в рюкзаке за спортовской. О, не за спортовской, а босковской. Прикольно, кстати, прикольно. Девушка, девушка, а вы откуда вы? Вы представляете славный спорт бобслей? Да. Когда у вас соревнования? У меня 18-19. Ну, мы уже будем на нашем отечестве дома, так что будем болеть и поддерживать всячески нашу команду по бобслею. Как зовут? Анастасия Макарова. Инстаграм есть? Какой? Настя и 4А в конце. Ага, все отлично, добавлю к выпуску. Оживленное место, самое популярное место деревни. Называется Едалово. Едальня. Hello. Hello. А это наши, кстати, волонтеры. Без волонтеров здесь на Олимпиаде невозможно. И вот они все помогают самоотверженно, создают настроение, позитив. Это круто. Ну что, вот видите, как быстро мы спустились. Вот и двоечный старт. Все наши здесь. Атмосфера нереальная. Все готовятся, все стараются. Добрый вечер. Hello. Что, 14 команд. По 4 спортсмена в каждой команде. Наша команда стартует 10-й. Thank you. Ну что, давайте кулачки. Удачи нам всем, чтобы все получилось. Виктор, ну а мы с тобой пойдем. Да? С тобой пойдем. Давай. Давайте кулачок, Сергей Ильич. Пошли мы вниз встречать, да, наших, погнали, спортсменов. Ага. Шалва? Да. Шалва там. Илюлькин. Давайте, орлы. Ты на продакшене? На продакшене? Команда — это когда один за всех. И все, и все за одного. Все. Все. А, давайте. Стяжки все худые. Потому что мы мало едим. Это да. Давай, давай, Саша, старайся, выжимай максимум, это Олимпиада у нас. Красавчик, так, неплохо. Давай, 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 нам надо, надо, надо. На, отлично, да, чуть-чуть наехал, ну давай, давай, давай. Накатывай, накатывай, накатывай. Так, 5, практически полсекунды у нас преимущество, давайте встречать ребят. Встречаем наших ребят, вот они. Тяжело было, но ребята молодцы, справились. Улыбаются. Ладошки у всех вспотели, все переживают. Дико. Впереди еще у нас 4 команды, очень сильные.
Рок, рок, рок! Ну и вон наши болельщики, они здесь болеют, переживают. Команда ОКР. Вот они, вот они, вот они, наши красавцы. Вот они все здесь. Татьяна, Роман, Саша, Влад. Ну и вот, видите, как Австрия трясется. Как Австрия... Все, зеленые, зеленые. Зеленая Германия у нас. Никаких сенсаций не происходит. Все достаточно предсказуемо было. Несмотря на все это, конечно, наши большие-большие молодцы. Ребята старались, бились. Ну и Австрия, конечно, второе место. Германия первая. Германия первая. Латвия третья. Ну и наши ребята четвертые. Четвертые лучшие. Ну, так бывает, это спорт. Ничего не поделаешь. Германия встречает. Вот. Двукратный уже на этой Олимпиаде. Дайте передохнуть. Было жарко, было жарко, было горячо. Да, сделали невероятно. Так, короче, у нас сейчас подготовка к фотосессии. К нам приехали представители Олимпийского комитета России. Сейчас будет... И, короче, всякие там напущенные, типа... Спортивный успех, там все, всякая фигня. Как у нас называется мероприятие? Чествование? Чествование победителей и призеров. Но меня не надо как ведущего снимать, я не формальный ведущий. Костя Выборных не приехал, но все равно я скажу все те же самые слова. Не имеет значения, это же не официальное видео, это видео так, для истории. О! Народ у нас подтягивается. Мы сегодня обнаружили шалвалинь. Реально, вот сейчас ходили, она сказала, есть такой шалвалинь. Конечно, есть. Она нам меридианы показала, какие надо нажимать. Так что теперь, если резко будете дергаться, я знаю, куда жать. А ты это делал? Да. Вообще прикольно. Я вот это вот делал. Это кто? А, это этот, олень. Олень. Ой, олень. Дир. Что так долго, но получилось, как часто бывает, здесь технические сложности. Простите. Завтра домой. Вот, команда УКР продолжает зарабатывать и завоевывать достойные медали на этой Олимпиаде. Сегодня мы специально с Андреем Эдуардовичем Конокотин прибыл к вам, руководитель делегации команды УКР, для того, чтобы почествовать Татьяну Иванову, санный спорт, которая заслуженно заработала бронзовую медаль на этих играх. Андрей Дашванцов. Еще раз здрасте. Конечно, мы не могли сегодня приехать, учитывая, что Татьяна завтра у нас улетает. И она, я так понимаю, будет первой российской спортсменкой, которая вернется в Москву с медалью. Вот. Ну, действительно, мы помним и тот успех, который имел место быть в Сочи, и та тяжелая ситуация, которая развивалась после того, как Татьяне было тяжело и, можно сказать, оставить свое честное имя и свои результаты. И поэтому тем прекраснее сегодняшний момент, что Татьяна убедительно доказала, что все ее успехи были не случайны, что она завоевала эту медаль уже в одиночном разряде, что еще приятнее. Таня, мы тебя искренне поздравляем. Вот, надеемся на твои дальнейшие успехи. Поздравляю ваших, всех твоих тренеров. Жалко, конечно, что нет здесь с вами вашего неотразимого президента Федерации, где пламенный отдельный привет. Спасибо вам всем. Ура! А можно повернуть сюда? Вот это вместе становитесь. Да, медаль. Сейчас, подождите тогда. И красу.
Спасибо большое. Надо отметить главного тренера Сергея Чудинова. Спасибо. Даже тренер Александр Васин тоже получает. Очень здорово. Скажите, Саманович. Круто, круто. Спасибо. Еще раз большое вам спасибо. С возвращением, то, что возвращается домой. Небольшие, так сказать, памятные и, наверное, все-таки тоже очень важные вещи от оргкомитета. Диплом за четвертое место, который тоже можно их забрать. Мы их не будем вручать, потому что... А уже зря. А вручим, Андрей. Потому что это четвертое место, правильно. Я знаю, что нас задержим, но... Татьяна Иванова, что характерно. Спасибо. Репилов. Вот, моё, спасибо. Что там, что там? Антонов. Ура! Так, за восьмое место у нас опять Антонов. Выпадет сейчас кое-что? Скажи, Таня. Нет. Спасибо. Что говоришь? Где? За первое место. А, где? За таких нет значков. За таких значков. Да, коробку медаль без этого. Так нельзя. О, круто. Наконец-то коробочка медали. Спасибо большое. Ну что, что, мои друзья дорогие? Вот и все, заканчивается Олимпиада. Завтра мы, для нас она уже закончилась. Завтра мы вылетаем в Россию. Завтра мы вылетаем на нашу родину. И это последние минуты здесь, в этом номере, в котором мы прожили вместе с нашим тренером Виктором Кнейбом все дни. Сейчас я еду в деревню, там переночую, и уже завтра с утра мы отправимся в аэропорт. Ну, а вот так вот выглядит тот самый вид из окна. Впереди видны те самые красивейшие горы, и нам нужно ехать вот в ту сторону. Все, пора, пора гнать. Транзитные, счастливо, Шалва, всего хорошего, хорошо доехать. Давай, Алихан. Привет, чмоки. Здесь остаешься? Ну, мы в гостинице сейчас. Эдуард Вячеславович. Каникулы. До свидания, наконец-то все, можно вздохнуть наши спокойно. Наши чемпионы. Ну и вот, встречают так олимпийцев. Нереальная, конечно.
чемпион Станислав Айтевич Польский пол. А я напомню Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцу. Добрый вечер, дорогие спортсмены, тренеры, наша олимпийская золотая команда, уважаемые болельщики. Огромное спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали, не только вы, жители всей нашей великой страны и соотечественники по всему миру. Потому что без этой поддержки, наверное, было бы сложно. Но вы доказали, что вы лучшие. Вы действительно герои и честь нашей великой державы. Низкий вам поклон, низкий поклон тренерам, врачам, которые на протяжении многих лет, я не побоюсь этого слова, оберегали вас, сделали возможным участие в соревнованиях, в Олимпийских играх. И мы еще раз хотим сегодня сказать им спасибо. Я уверен, давайте вместе поблагодарим наших врачей.